Сегодня я тоже кугуруми, теперь я динозавр. Вы посмотрите на Ливсика, на его реакцию. Ливсик не признает маму. Ливсик, конечно, не очень боится злого динозавра, но маму он не признает. А у мамы такой хвостяра. Бум-бум-бум. У мамы хвост теперь есть. Мама такая вся прикольная. Ливсик, вот так я теперь буду выглядеть всегда, как говорила Людмила Прокофьевна. И как? Будем целоваться? Будешь целоваться со мной? Птичка моя. Вот еще надо осталось одеть перчатки. И у меня есть одни крутые тапки, с которыми мы отдельно снимем видео. Иди ко мне. Нет? У тебя моя птичка золотая. Берегите попугая. Все-таки маму мы признали. Хоть и не совсем. Но немножко, да. Вот так? Скажи, весело? Проводит время Ливсик? Подписывайтесь на наш веселый и разнообразный канал. Ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотр. Пока!